Она для взрослых, что ли? Всем привет, ребята! И сегодня я снимаю видео про косметику. И еще со мной снимается Эндермен. И он будет тоже смотреть те товары, которые я купила из Таиланда, которые мы купили очень давно. Но они еще остались, и продукция, наверное, еще держится у них. И сейчас мы будем их открывать. Давайте открывать. Это называется Beauty Showcase. Там есть маска для лица. Дальше блеск до губ. Непонятно что. Ребята, это так вкусно пахнет. Ребята. Улитки на слюнке. Теперь открываем жестко. Я. Девочка, сиди. Тихо, все по-жесткому. Это мы оставим, пока положим вот так. Смотрите, значит, это у нас здесь. На фоне вот таком. И сейчас я буду доставать все. Я! Это спрей для рук. И зачем было на шею наносить? Это спрей для рук. А мы думали, это вот эта брызгалка. Я думала, то, что это как-то какое-то средство. Ну, не знаю. Там нарисован вот такой мишка и еще кексик. Так, пробуем дальше. Это маска. Я уже знаю. Вот такая. Сейчас я ее на личико нанесу. Ребята, я стебаю эту фигню. Ребята, о, смотрите, это жесть. Я забыла, сдали какая-то жесть. Чё? Что она большая, да, по-моему? Я помню. Смотрите. Помогите. Спасите. Мама, помоги. Помоги. На какое лицо рассчитано, мне интересно. Она для взрослых, что ли? Она в этом наборе. Выключите Алису. Все, мама. Я это сделала. Все. Улитка на слюнка, шпорная диета у меня наверху. Продолжаем. Так, меня заинтересовала вот эта штучка. Смотрите, какая штучка. Там какой-то чизкейк и мороженка. Ать, на те руки с виски. Смотрите. Настоящая? Угу, это настоящая. Я сейчас трогала блеск до рук пальцем своим с виски. Ну ладно. Ребята, вот такая коробочка. Еще раз показываю. Сейчас будет второй блеск. Шпорная диета у меня упала. Так, это еще один блеск. И я сейчас его нанесу. Так, блин, это настоящий? Да, настоящий. Аромат очень вкусный.
улиткина сумка. Так, вот такая была одна. Смотрите, дай. Смотрите, они разные. Я думаю, это домотекло, но это духи. И там говёшка наверху. Или это просто мороженое? Нет, я думаю, говёшка. Там ролик, и сейчас я мажу им. Аромат непонятно чего. Вот это меня интересовало. Вот это что? Это тут еще вот такая штучка сделана, чтобы держать ее вот так. Это крем для рук. А, мама сказала, что это крем для рук. Хук. Сейчас мы это откроем. О, я догадалась, это ножки, смотрите. Потому что там... показать. Вот такие штучки сейчас. Кроссовочки. Да, там кроссовочки. Так, сейчас подкроем это. Так, и наносим. Я буду показывать, как это наношу. Алиса! Давай убирай. Помоги. Ну, у меня руками выжмай это. Выжмай. Выжмай. Побольше, побольше. Нельзя побольше. Чего? А вдруг он тебе не подойдет? Не-не. Улитки носленько спрошная диета. Это. Нет. Пахнет очень вкусно, потому что у меня еще было смешано с другим вкусом. С вот таким ароматом и с вот этим кремом. Поэтому очень вкусный запах. А сейчас я пробую вот такую штучку. Она меня привыкла. С пандочкой. Что это? Это блеск для губ. Нравится мне это. Блеск для губ. Ребята, блестят. Сейчас я попробую другой блеск для губ. Это не блеск, это уже блеск для тела. А, ребята, я сейчас попробую блеск для тела. Вот такой. Ребята, я думаю, что она испорчена. Потому что тут карточки остаются. Так, разговаривать не буду пока. Простите. А, мани. Блестит? Блестит? Нет. Смотрите. Кавайи, это мозги. Мозги. Ребята, сейчас у меня мама спросила вопрос. Алиса, расскажи, что тебе понравилось больше всего и почему? Ребята, мне много средств понравилось, и вообще они все мне понравились. Правда, кроме вот этого, потому что сначала кажется то, что это испорченные, и это мозги. Смотрите. Сейчас докажу. Смотрите. Вот, смотрите, это похоже на желе и мозги, не понимаю. Даже размазывать не хочется. Хочется просто смыть эту руку в унитаз. Кто удивился, то, что эта масочка большая, ставьте лайк. Она очень холодная. Пока-пока!